Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Максим Мистерцов, вы на канале Фаворит Фишинг. И мы продолжаем серию обучающих видео по спиннинговой ловле. В прошлом выпуске мы поговорили с вами о тех местах, где стоит искать окуня зимой. Кстати, ссылочку прикрепим выше, переходите, смотрите, было интересно. Ну а сегодня хочу с вами поговорить о таком моменте, как где же искать щуку при ловле зимой на спиннинг. За моей спиной река Северский Донец, лучший полигон для этого. Данный участок реки не замерзает, поэтому мы рыбачим здесь круглый год. За годы практики обрисовались некоторые позиции, некоторые места, где щука предпочитает стоять зимой и активно питаться. Поэтому поделюсь с вами опытом и своими наработками. Первое, что стоит отметить, это тот фактор, что щука не так питается зимой, как летом. Она стоит в более глубоких местах, и ее активность не такая постоянная. Она кормится выходами. Выходы эти длятся обычно час, иногда чуть больше. И явно прослеживается такая тенденция, что они присущи утром и вечером. В нем обычно активность спадает и нужно посвятить это время поиску новых интересных локаций первое место которое я отмечу для вас оно наиболее можно сказать легкое в понимании в ловле это ловля в коряжниках которые находятся у берега здесь стоит отметить что у коряжника должна быть сразу глубина то есть мелководные участки мы зимой практически никогда не рассматриваем ищем глубину метр и более здесь щука уже может стоять и как бы прятаться. Сейчас пройду по реке и найду одно из таких мест, где поделюсь с вами наработками и опытом ловли в похожих локациях. Буквально отошли от места, где снимали начало 100 метров, и сразу же открылась такая замечательная картина с коряжником на противоположной стороне. Он довольно большой, обширный, можно так сказать, и сразу видно, что его ветки заходят довольно глубоко в воду. Обычно это говорит о том, что там есть глубина. Также второго места, прямо на этой локации, есть коряжник под нашей стороной, который тоже перспективный. Он уходит далеко в русло, поэтому, скорее всего, там тоже есть глубина. Как же ловить в таком месте? Первое, что хочу отметить, это подбор веса, груза, монтажа. Вы должны подобрать груз так, чтобы он в аккурат долетал до коряжника на той стороне. Не должно быть слишком тяжелое грузило, чтобы перелетало это место и вы тормозили постоянно свой шнур. И в то же время не должно быть так называемых недолетов. То есть каждый ваш заброс должен ложиться там в 20-30, а иногда даже ближе сантиметров от коряжника. И никак не дальше. Зачастую поклевки следуют именно на падении. То есть мы забросили, приманка падает и щука атакует. Но бывает такое, что рыба сопровождает приманку какое-то время. Бывает 2 метра, бывает 5. Бывает следует до самого русла, бывает идет с противоположной стороны до самых ног. Уж такая она пассивная зимняя щука. Ну а сейчас я вам покажу, как же здесь ловить, куда стоит забрасывать. Делаем заброс прям под противоположную сторону, под коряжник и даем утонуть дно. Как видите, глубина в месте ловли, судя по скорости падения моего груза в 10 грамм и приманки 3 дюйма, стреляют примерно полтора метра, ну максимум два там. И вот мы начинаем идти и ждать контакта с рыбой. Вот обычно рыба клюет именно в этот момент. Немаловажным фактором является и крючок. В таких условиях обязательное, по моему мнению, использование при ловле на силиконовые приманки, а в сетных крючков. Кстати, как оснастить приманку офсетным крючком, я показал в одном из наших видео, поэтому ссылочку оставим сверху. Переходите, и те, кто не знает, как оснастить свою приманку офсетным крючком, буквально за считанные минуты этому научится. Второй заброс следует немножко выше по течению, чтобы обловить другую часть коряжника. То есть я обычно не бросаю свою приманку в таких условиях в два одинаковых места, если не было контакта с рыбой. Обычно в таком месте щука стоит в засаде и ждет, пока ее добыча проплывет мимо. И позже атакует. То есть, если вы попали в нужное место и оказались в нужное время, то поклевка сразу же последует. Если нет, то нужно искать похожие места ниже либо выше по течению вашей реки. И там обязательно окажется хищница. Но не стоит, друзья, совершать распространенную ошибку, думая, что коряжник на противоположной стороне чем-то уж слишком больно отличается от коряжника у вашего берега. Справа от меня, кстати, лежит такое симпатичное дерево. И оно очень перспективное. Но есть тоже маленький нюансик. Всегда думайте о том, что его уже кто-то до вас обловил. Ведь оно легко доступно. Вот дерево на противоположной стороне, оно такое далеко, до него сложно добросить, его сложно обловить. И, скорее всего, там есть нетронутая активная рыба. А у веток вашего берега, скорее всего, уже кто-то порыбачил. И если там была какая-то активная голодная щука, ее, скорее всего, уже поймали. Но проверить она стоит, потому уходя из такого места, я всегда делаю пару-тройку забросов вдоль коряжника у своего берега. И на втором месте после прибрежных коряжников я выделяю ямы. Ямы также являются локальным местом, и их очень просто найти на реке. Их даже видно визуально. Идем вдоль речки, видим какой-то омут, как течение замедляется или же какой-то обрывистый берег, который заканчивается просто синей бездной, значит там яма. Также ямы зачастую располагаются на поворотах реки. За моей спиной один из таких поворотов, на котором большая, глубокая, темная яма. Здесь есть целая серия роликов уже от различных блогеров, ведущих, как ловят самов, щук. То есть тема рабочая, ямы всегда зимой перспективны, их стоит облавливать. Но стоит это делать правильно, с определенной тактикой. И сейчас вам я это продемонстрирую. В целом, яму можно разделить на таких три места. Первое, это вход в яму. То есть идет мель, если мы смотрим вниз по течению, которая обрывается свалом в эту, собственно, яму. Так называемый вход. То есть этот свал, на нем часто держится бель, которая прячется от течения и стоит на этом свальчике. Рядом с ней всегда ждет ее пастух, наша любимая щука. Второе место – это сама яма, то есть самое глубокое место, которое может спать, отдыхать щука, неактивная. Но если мы подадим приманку точно ей под нос или там рядом с ней, то она обязательно среагирует и клюнет. И третье место – это уже выход ямы, то есть конец нашей ямы по течению, тоже такая, собственно, бровка, но зачастую рыба здесь стоит уже вверху, и тоже рядом с белью стоит щука, которая ее охраняет. То есть, есть три места, которые мы должны обловить. Сейчас я начал, можно сказать, вниз по течению двигаться, уже стою на выходе из ямы. И в таком случае забрасываем в яму, даем нашей приманке утонуть и сплавляем вниз по течению. Поднимаемся на этот верх, на этот бугор и его облавливаем. Обловив выход из ямы, я переместился на центральную часть, самое глубокое место. Опять же повторю, щука здесь обычно отдыхает, она пассивная, можно сказать, спит. Но все равно эту рыбу можно поймать, ее даже нужно ловить. Поэтому в таком месте стоит поставить груз тяжелее, ведь ловля будет отличаться от обычной на данной реке. Место поглубже, значит и вес побольше. Второй момент, почему мы ставим больше вес, глубина, и мы хотим обловить какой-то конкретный отдельный участок. И, возможно, она вам не даст это сделать легким весом, просто течение снесет вашу приманку и не даст опустить ее там, где вы хотите. Поэтому ставим груз потяжелее и забрасываем нашу приманочку подальше. И финальным этапом облова ямы является именно верх. То есть начало свала этого в глубину. Здесь я по-прежнему оставляю тяжелый груз, потому что вот рыба зачастую стоит внизу этого свала, то есть внизу этой бровки в яму. И там ей комфортно, уютно, нет течения такого сильного, и она может спокойно отдыхать. В принципе, моя яма сегодня, на которой я рыбачил и показывал вам, она довольно большая, обширная. Но бывают такие локальные ямки, локальные приямки. Там возможно обловить ее с одной постановой, то есть стать, сделать веером 3-4 заброса выше, ниже по течению и таким образом зацепить начало ямы, саму яму и выход с ямы. Но ну, а в моем случае пришлось вот так вот походить вдоль берега, чтобы максимально эффективно сделать забросы, максимально качественно подать свою приманку в воду. Итак, третья локация, которую я выделяю, это русло. Можно на русле искать несколько объектов. Это и коряжники, это и крутые бровки это и ракушку и твердое дно и это все находится путем поиска прохождением ни одного десятка километров вдоль реки мы ходим бросаем облавливаем облавливаем и что-то находим но в целом щука такая рыба которая все равно мигрирует в течение дня или же там недели месяца то есть она где-то постояла попиталась и сместилась и вот эти перемещения она делает по руслу. То есть она выходит на центр реки обычно и курсирует вверх или вниз по течению. И эту проходящую щуку зимой также можно успешно ловить. Вот мы стоим в классическом месте. Перед нами река в виде трубы, ровный участок. Ничего тут такого нет. Но есть руслица, канавка по центру реки. Немножко больше глубины, чем по всей ее ширине. Это и есть наш местяк. Наша задача найти что-то, что отличается на всем этом протяжении русла. Какое-то локальное место, за которое и зацепилась щука и стоит там нас с вами ждет. Друзья, в этом видео показал вам наиболее перспективные места для поиска щуки при ловле на зимний спиннинг. Было интересно, но довольно холодно. Погода лютует, метель. В начале этих съемок температура была минус 10. Когда мы завершаем, минус 8. Не совсем комфортно рыбачить не лучшие условия. Но мы обязательно вернемся сюда, когда будет оттепель, хотя бы минус 2, минус 3, спиннинг, цель щука. И я покажу вам, как в этих местах нужно правильно подобрать приманку, вес, тонкости анимации. Ну а на сегодня все. Поэтому не забывайте подписываться на канал, следить за новостями. Пишите в комментариях свои вопросы, на которые я с радостью отвечу. Ну а с вами был я, Максим Мистерцов. Увидимся на Фаворит Вишни.